Всем привет! Не татай, но не дай! Вы на канале Яна Кляйн. И да, то пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Как дела? И кто не подписан, подписывайтесь. Ребята, не забываем подписываться, если не хотите пропустить наши новые серии. Яночка, что у нас сегодня? Что за коробочка? Барби! Это свитбоксы Барби! И здесь на них нарисована Барби. Вот одна в малиновом платьице. Одна в розовом, вот здесь это в розовом, которая была подальше, она вот здесь поближе, а та, которая в малиновом, подальше. И Яна сейчас откроет, мы посмотрим, какие там будут сюрпризы. Какие-то должны быть неплохие сюрпризы. Такие да. Куколки здесь нарисованы. Ух ты! Накидать! Мармелад! Здесь мармелад? Обалдеть! Ты любишь мармелад? Вкуснятина. Наверное, мармелад очень вкусный. С фруктовым соком. Давай смотреть. Давай смотреть, что там. Давай смотреть, что там за Барби. Мы даже не знаем, что там может попасться. Мы еще не видели таких коробочек. Ого, какая большая куколка. Кто это? Это Барби с собачкой. Да, это собачка или это обезьянка? Кто это, как ты думаешь? Бадака. Бадака, это собака. Это Барби с собачкой? В таких лосинах. Мы тут упаковываем на нее. И рубашки. И с собачкой. Собачка как маленькая собачка. Зато Барби такая высокая. Откроем второй, да. А что здесь нарисовано на брошюре? На брошюре нарисованы разные Барби. Написано, Барби такая разная, совсем как ты. А какие у тебя таланты? Наверное, здесь талантливые Барби. И это Барби ветеринар, точно! Вон у нее стетоскоп висит. И она, видимо, ветеринар, лечит зверюшек всяких. Собачек, кошечек, обезьянок и так далее. Вон у нее очки розовые. Она помогает зверюшкам не болеть. Да, профессия ветеринар. Мармелад! Снова мармелад. Класс, у нас будет мармеладная вечеринка сегодня. Да. Кто в этом пакетике? Какая Барби нам попадется? Снова бадаки. Снова с собакой Барби. Теперь у нас две Барби-ветеринара. Ну, это хорошо. Чем больше ветеринаров будет, тем более здоровые животные будут вокруг нас. Ой. Не будут болеть собачки, кошечки. Вот здесь Барби нарисована с собачкой, у которой перемотана ножка, голова и градусник в зубах. Ну что, давай откроем еще, посмотрим, что будет дальше. Я отцу Кати попала от Барби. Да той Кути Микки дома делал и той печеньки, а тут пакетики ее. Хочешь, чтобы были печеньки и мишки-гумми-биры. Это Барби-повар, Барби-балерина. Кто это, какая-то спортивная Барби? Барби-модница, Барби-бизнес-вумен, наверное. И Барби-ветеринар. Итак, кто там? Супер! Кто же это за Барби? Как ты думаешь, кто она по профессии? Он снова бадаки. Снова с собакой? Нет, она же не снова с собакой. Она в ком-то платьице, в желтых туфельках, под цвет ее волос. Кто она по профессии? Прочитаешь нам с бумажечки? На, ну давай, прочитаем. Кто она? Она модель. Помни, моделью может стать каждая. Делюсь с тобой своими секретами. Занимайся спортом, читай интересные книжки. Выгляди опрятно. Держись прямо и уверенно. Питайся правильно. И будь приветлива и улыбайся. Отличные советы. Даже если не хочешь стать моделью, девочки, обязательно. Это очень хорошие правила. Мы даже сохраним на память. Начинай едать!
Снова мармелад нам попался. У нас целых 4 мармелада. А где четвертый? Кто-то съел. Куда-то спрятали мармелад. Нет, он вот и попал. Вот, он не упал. Вот мармелад четвертый. Все на месте. А что это за Барби? Как ты думаешь, кто она по профессии? А ну смотри. У нее черные очки, строгий деловой костюм. Розового цвета. И черная сумочка, либо ноутбук. Кто она? Она стилист. Я думала, она бизнес-вумен. Давай вместе выберем наряд для каждого мероприятия. На выпускной бал, на пикник, на поход в кино, на день рождения и на свадьбу. Смотрите, какая здесь даже загадка. Ну что, подведем итоги нашего вечера сегодняшнего? Да. Кто нам попались? Я и так, вот эти. Все вот эти нравятся, а это у нас повтор. Да. У нас сегодня попались две Барби-ветеринар. Давай. Где ветеринар? Еще один. Ветеринар. Барби-модель. Вот, Барби-модель. И Барби-стилист. Вот она. Ну что, тебе понравились игрушки? Да. У нас сегодня были свитбоксы Барби. Ребята, если вам понравилось... Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте жать на кнопочку подписаться и большой палец вверх. Всем пока. Пока.